Святослав Антонов вместе с сотрудниками госавтоинспекции смело подходит к автомобилю, чтобы вручить водителю специальное письмо-напоминание. Мальчик уверенно призывает быть осторожным и соблюдать требования ПДД. Святослав – активный участник школьного кружка юных инспекторов дорожного движения и постоянно вместе с своими друзьями участвует в акциях. В этих акциях участвуют, чтобы водители и пешеходы были внимательными, соблюдали правила дорожного движения. Мальчишки и девчонки 2 класса 13 школы не только подготовили листовки для водителей, но и нарисовали плакат, чтобы их акция была заметна издалека и привлекала внимание участников дорожного движения. Под чутким руководством сотрудников ГИБДД и своего учителя они призывали быть вдвойне внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим, чтобы вовремя среагировать на пешехода. Обязательно нужно и водителям, и пешеходам соблюдать правила дорожного движения для того, чтобы поменьше было травмоопасных ситуаций на дороге, чтобы сохранить жизнь и себе, и нашим детям. Для второклассников такие акции стали уже доброй традицией. Ребята предостерегают не только взрослых за рулем автомобиля. Они по своему опыту знают, как сложно после продолжительного отдыха в деревне или лагере привыкнуть к городскому ритму. Особенно такие акции актуальны для первоклашек. Именно в данный период дети начинают действительно становиться самостоятельными. Они начинают сами ходить в школы, в музыкальные школы. И им с малых лет обязаны прививать правила знания, правила дорожного движения. Следующим этапом совместной акции госавтоинспекции школ города станут встречи с учениками на лекциях, посвященных безопасности на дорогах. Елена Грицкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров 24.